Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. В современном мире все стремятся выглядеть опрятно и стильно, но при этом не хотят тратить баснословные деньги. Новый модный сезон приготовил нам много новых и смелых идей, среди которых часто встречаются принты, освежающие и преображающие каждую женщину. Деграде, градиент, абстракция, поп-арт, платочный принт, маски кистью – все это тренды 2021 года. Но бесспорными фаворитами остаются полоска и горох. Стильная одежда для дам зрелого возраста часто кажется недостижимой мечтой, тогда как всего-навсего нужно научиться выбирать правильные вещи. Современная мода позволяет одеваться красиво и со вкусом женщинам любой возрастной категории. Самая главная деталь – сделать ставку на лаконичность и простоту, при этом не забывать разбавлять образы яркими аксессуарами и броскими деталями. То есть желание выглядеть заметно и выразительно. И никогда не забывайте про чувство меры. Эти образы могут послужить основой для составления шикарных модных аутфитов для зрелых женщин. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе были юбки и платья. Эти женственные вещи способны преобразить фигуру, если, конечно, правильно подобраны. Не забываем, что юбки плиссе – тренд сезона, который не имеет возрастных ограничений. Не бойтесь ярких комбинаций и смелых цветов. Оранжевый в этом сезоне обещает быть одним из самых актуальных оттенков. Он отлично комбинируется не только с нейтральными тонами, но и с фиолетовой гаммой. И, конечно, этой весной не обойтись без брюк. Можно выбирать интересные фасоны и добавлять яркие детали. Модная стильная одежда может быть вполне бюджетной. В масс-маркете много достойных вещей для любого возраста. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!